Лебедев Анатолий Георгиевич, командир отделения роты автоматчиков 369-го гвардейского самоходного артиллерийского полка. Родился в 1924 году в деревне Ряхино Кинешемского района Ивановской области в семье крестьянина. После окончания семилетки учился в Кинешемском текстильном техникуме. В октябре 1942 года был призван в Красную армию. Окончил полковую школу и в июне 1943 года в составе артиллерийского противотанкового дивизиона сержант Анатолий Лебедев прибыл на Центральный фронт. Отличился в первых же боях на Курской дуге. За долгие месяцы боев был ранен и контужен, но каждый раз возвращался в строй. За мужество и героизм стал полным кавалером Ордена Славы. В представлении к награждению Орденом Славы первой степени отмечалось: в боях с немецко-фашистскими захватчиками за овладение городами Грунец, Жерардов, Сахачев в 1945 году гвардии старший сержант Лебедев, находясь в боевых порядках полка, проявил исключительное мужество и отвагу. Своим отделением уничтожил до 70 немецких солдат и офицеров, 13 огневых точек противника и подорвал 3 орудия.